Салют всем, друзья! Вчера приехали в Ригу, уже было поздно, темно. Сняли квартиру в Вымонте, ну, на сутки. И в окно я увидел, что какая-то здесь спортивная площадка есть. Видимо, школьная, не знаю. Но видел просто, что спортивная площадка, но непонятно что. И вот сегодня с утра проснулся, думаю, пойду прогуляюсь, посмотрю, что там такое интересное. И когда я зашел сюда, я немножко приохренел. Очень крутое место, прям очень. Все мои спят, я вышел, думаю, пойду посмотрю, что здесь такое интересное. Тут дяди уже играют в теннис с самого утра. И тут такое чувство, когда ходишь, гуляешь, вон там сзади скамеечки, все дела. Как будто ты по парку ходишь, так офигенно. Деревья, все дела. Очень круто сделано все здесь. Ну а вот эту досочку уже давно не мешало бы, наверное, поменять, хотя бы помыть, ну ё-моё. У вас тут такое красивое место, а вы портите его даже вот таким вот уродством. Ну что это же, я не думаю, что это сложно даже хотя бы просто отмыть. Хотя бы просто отмыть. Смотри, еще одна доска, и опять засрано. 1 сентября уже давно прошло, как бы вы уже в августе должны были все это почистить, ну или как-то, я не знаю, что это за такое. Директор школы, Тимон, салам алейкум. Справляете, как это так? Здесь разные-разные всякие места. Здесь есть и для скейтеров, и для турникменов тут есть, и баскетбольные площадки. И баскетбольные кольца там разноплановые, разноуровневые, и футбольное поле большое, и там спортовать, и бегать вокруг. Короче, до хрена очень много всего. И так приятно ходить, знаешь, деревья, красота вообще. Вообще не обломался, что рано встал и пошел прогуляться. Круто. Но с этими досками, которые здесь информационные, все разрисованы, какие-то грязные. Ну, как-то 1 сентября началось, надо было как-то подготовиться к этому делу, мне кажется. А так очень классно, с утреца, блин, я бы с кайфом сюда походил бы, спортовать. Так вот, баскетбольный мяч, конечно, с утра не покидаешь, соседи охренеют, но походить на турнички, тенниском, блин, вообще очень классное место. Напишите, кто это видел здесь, был в Вымонте, может, кто-то здесь учится. Но круто, мне очень понравилось.